Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории», и мы продолжаем недельный обзор заведения «Donuts & Coffee», «Пончики и кофе», точнее, обзор пончиков из этого заведения. Сегодня про-пак-сет, второй по возрастанию цены, стоит 140 лей за 6 пончиков. Остальные обзоры пончиков из этого заведения можете посмотреть по ссылкам в описании, под видео, в инфобоксе. Первый пончик из этого набора – «Чоконут», стоит 20 лей, должен весить 95 грамм. С весом у них все нормально более-менее, поэтому проверять вес я не буду. Классический пончик, сверху покрыт шоколадной глазурью и кокосовой стружкой. Пробуем. Сам пончик мягкий, вкусный, свежий, шоколад тоже хороший, кокосовая стружка дает классный кокосовый вкус. Мне понравился, отличный пончик, но стоит ли он 20 лей, вот это вопрос. То есть это стандартный пончик с шоколадной глазурью. Следующий пончик Boston Cream называется, стоит он 25 лей, должен весить 120 грамм. Сверху молочный шоколад, внутри ванильный крем. Вот эти пончики я уже в первом обзоре говорил, что мне больше понравились, сам пончик крупнее и внутри есть начинка, а классические пончики с отверстием посередине, ну они классические, стандартные, полностью полит шоколадом, внутри еле виднеется начинка, она где-то там в серединке. Пробуем. Отличный сочный пончик, сверху достаточно толстый слой шоколада, а внутри крем, вкусный, но он также где-то в середине, опять у нижнего края. Отлично сочетается шоколадный крем снаружи с ванильным внутри, очень сочно, вкусный мягкий пончик, мне понравился этот вариант. Boston Cream называется. Следующий я попробую пончик Oreo. Стоит он 25 лей, должен весить 96 грамм. Покрыт белым шоколадом и печенье Oreo посыпано сверху. Пробуем. Сам пончик очень хорошо зажарен в масле и такое чувство, как будто он был покрыт глазурью сначала, обычной сахарной пудрой. Только потом на него налили белый шоколад и посыпали вот этим печеньем раскрошенным. Но в общем это вкусно. Это получается хрустящий, достаточно сочный, вкусный пончик. Но мне не нравится, что он без начинки, что он такой классический и стоит он 25 лей. Мне кажется, это слишком дорого для такого пончика. Следующий пончик тирамису, цельный, крупный, сливки, крем маскарпоне, какао и кофе. Еще и даже пару листиков мяты сверху. Видно, что такой толстенький слой крема сверху. Посмотрим, как он выглядит в разрезе. Ох ты ж, ничего себе, сколько крема внутри, смотрите. Вот это я понимаю, пончик с кремом. Также видно слой крема верхнего. Смотрите, какая красота. Пробуем. Это офигенный пончик тирамису. Очень вкусный. Действительно присутствует вкус пирожного тирамису. Очень сочный, много крема. Вы сами это видели. Мне понравился этот пончик. Ну, правда, он стоит 30 лей за 120 грамм. Это самый дорогой пончик из этого набора. Я его хотел последним показать, но он мне сейчас попался. Вот этот прям советую попробовать. Дорого, но вкусно. Следующий пончик у нас Kinder Heaven называется. Стоит 25 лей. Как вы видите, молочный шоколад, плиточка небольшая. И покрыт он белым шоколадом, полит еще молочным шоколадом. Стоит он 25 лей, должен весить 105 грамм. Выглядит он, конечно, очень классно. Пробуем. Вкусный, классный пончик, стандартный, классный вот этот молочный белый шоколад. Опять же, я повторю, что это дорого для такого пончика, но за счет шоколадки, возможно, он так и стоит. Но мне по-прежнему больше нравятся цельные крупные пончики с начинкой. Ну и последний пончик из этого набора, самый массивный, самый аппетитный по виду, пончик Nutella Berliner. Стоит он 25 лей, должен весить 130 грамм. Это самый крупный пока, который мне попадался. Сливки, миндаль, фундук и Nutella. Пробуем. Пончик Nutella вообще офигенный, мне очень понравился. Сверху взбитые сливки, такой легкий рыхлый крем, посыпано молотым фундуком, Nutella. Все это очень сочно, очень вкусно. Это вот прям как офигенный круассан с шоколадом, только с более плотным тестом. Мне очень понравился. Стоит он 25 лей, этот действительно советую попробовать. И тирамису советую попробовать, хоть он и дороже. Подводя итоги, могу сказать, что пончики, которые цельные, с начинкой внутри, намного мне больше понравились. Они вкуснее, сытнее и сочнее. Но эти обычные пончики классические тоже неплохие, но они стоят дороже, чем они должны стоить. Больше всего мне понравился пончик Nutella. Я даю ему первое место. Тирамису на втором месте. Бостон на третьем месте. Тоже вкусный пончик, много шоколада и классный крем внутри. На четвертом месте Oreo. На пятом Kinder. И на шестом Чоконут. Хотя он с кокосом, мне он тоже очень понравился. То есть, в принципе, все вот эти три пончика, они выходят на четвертое
место. Они очень вкусные, но из-за того, что они такие же по цене, как пончики с начинкой, они, естественно, остаются после них в рейтинге. Заведение «Пончики и кофе». Не пропустите последний финальный обзор в пятницу на третий сет, самый дорогой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Ставьте лайк, если вам понравился этот видос. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Заказывайте еду в проверенных местах. Всем приятного аппетита. Пока-пока.